Алексей Медведев, команда Астерос. Впечатления отличные. Приятные эмоции, что чемпионат начался. Мы встретились с очень сильным соперником. Обязательно. Сделали все, что могли. Считаю, что команда сыграла хорошо. Но в этот раз не удалось. А как вы думаете, чего не хватило? Оптимально соперник был, если объективно, то соперник был на полшага всегда быстрее, а у нас был немножечко экспериментальный состав. Поэтому я считаю, что команда все равно сыграла хорошо, забила 3 гола, или 4, даже не помню. А над чем будете работать, чтобы в будущем выигрывать? Сыгранность. Тренировки, еще раз тренировки.